Ту-ту. Вот, койот у нас, на, колбасу ешь. Серега, выходи. Вау, охренеть. Сегодня у нас самая важная точка, долина смерти. Готовы? Самое страшное. Самое страшное, да, все всегда боятся, такая долина смерти. Сейчас мы зальем полный бак, потому что там негде будет заправляться. Загрузим вещи и поедем. Перед долиной смерти надо хорошенько заправиться, потому что дальше заправок не будет. Сейчас мы, по-моему, еще заодно стекло, а то у нас вон всякие мухи наврезались в нас. Даже не сфотографировать. Да, ничего не сфотографировать, ничего. Все грязные, пыльные. Сейчас попросим мойщика нам помоет стекло. О, смотрите. Привет. Вы русские? Да. Здрасте, ребята. Привет. Найдется пару долларов, я машину могу помыть вот шоточкой. Давай, давай, заправишь нас заодно еще? Да, да, заправлю. Конечно. Окей, давай. И стекло помой, пожалуйста. И стекло да, помою, да. Спасибо, ребят, спасибо. Пару баксов всего. Окей, всего без проблем. Баксов. Давайте, что, ребят, дадим. Здесь хорошо платят. Ну вот, спасибо вам, русским туристам. А так, что бы я делал без вас? Ладно, американцы давай. Ничего не платят, лохи. А вот русские платят. Все, пару баксов дадим, ребят, да? Дайте пару баксов. Вот здесь еще не промыл. Я сейчас помою. Все. Все, отлично, спасибо. Смотри, чисто. Как тебя зовут? Да, хорошо. Меня зовут дядя Сережа. Дядя Сережа. Как ты здесь оказался-то? Ой, знаете, у меня такая сложная получилась история, да? Одна компания туристическая привезла меня здесь. Так. Вот, разорилась, я здесь остался. Ага. Вот, а сейчас вот приходится вот как-то так выживать. А что ты остался-то? Могли бы это... Под ножом корму. А у них что-то совсем там денег не было, там еще что-то такое. В общем, получилось так, что, короче, я здесь остался. О чем понятно. Не жалею? Здесь погода хорошая. Ну ладно, дружище, держи, на. Держи пару долларов. Все. Держи. Спасибо, ребята. Все, спасибо. Давай, держись. Держись. Спасибо. Мы с тобой. Спасибо, все, чао, окей. Пока. Пока. Здесь бенз стоит 3 бакса за галлон. Едем по долине смерти. У нас, короче, кончился бензин. Дальше едем на поезде. Сейчас... спросим машиниста, есть ли места в поезде. Ту-ту. Вот, короче, поезд, рельсы. Прикольно. Гвоздь, костыль. Ну-ка, воткну его в туалет или нет. Там в туалете вроде Серега сидит. Серега, выходи! Почти пробил. Короче, челлендж делаем. Да, делаем челлендж. Берем вот костыли, собрали. Да, сейчас, короче, ребята, будем кидать, кто дальше кинет. Кто проиграет, тот на всю пустыню кричит. Я чмо! Нет, а нет, чё? Я не чё, играю. Вот сразу свою отсеялась. Давай, я первый. Давай. Отойди, Маргарин. У нас. Заявка на успех. Я даже... Один есть. Давай, сейчас мой пойдет. Давай. Ты левый? Чтобы запомнить, ну чуть-чуть дальше. А ты просто вставай левее. Мы их как бы по очереди там пойдем прямо сразу и посмотрим. Так, третий. Вот линия, вот рельсы. Я понял, я просто... Ты с разбега? Смотри, не запнись об первую рельсу. А то щелбан получишь. Ох, ни хрена ни себе! Ни хрена себе! Так, я чувствую, кто такой. А что, только я? А еще кто играет? Не, ну дальше можно не мерить. Давай, давай. Щелбан. Я чмо! Вот так выглядят дороги в долине смерти. Мы подъезжаем к ней. Бесконечные дороги, уходящие в горизонт. Проезжаем соляное производство. На соляном озере добывают соль. Главный продукт. Экспортируемый из долины смерти. Подъезжаем к долине смерти. Сейчас здесь уже начинается пустыня. Здесь уже водят гремучие змеи. Всякие полозы, еще кто-то тут есть. Вот. Кстати, некоторые виды змей закапываются в песок. И ты можешь на нее вообще легко-легко встать. Но здесь песок не глубокий, так что здесь, думаю, такого не будет. Вот, койот у нас, на, колбасу ешь. Вот, любит он Машину колбасу. Кидай, 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 он так не возьмет. Кидай. Ты сладкий. А сыр будешь? Будет, все будет.
Красавчик. Как хорошо, что мама Маша нам отдала колбасу. Да, о, а так бы сама бы съела, да. Ты койоту бы не досталось. Маш, молодец, выражаем тебе благодарность. Он такой, это я удачно вышел. Так, вот, значит, мы приехали в ресторан на обед. У нас сегодня ранний обед, потому что мы в долине смерти не можем найти много мест, где можно покушать. Вот такой вот ресторанчик. Красивый, интересный. Называется Салун. Американский пул. Система простая. Засовываешь 4 монетки по 25 центов. Это доллар. Он берет так. И вот здесь шары сейчас пойдут. Шары вышли. Фигарим. Ну что, чемпион начинает и выигрывает. Ну что, чемпион? Что? Чемпион. Дон Симо. Играть. На что играешь? Давай, на обед. Обед, привет. Пока идем ноздря ноздря в ноздрю. Сейчас. Сейчас мой удар, что будем бить? Ну что, попахивает поражением. У Сереги последний удар. Вот он готовится. Все. Готово, ребята, победа наша. Чао, пока. Да. Ну все, с меня обед. В долине смерти можно всегда одевать головной убор. Потому что очень быстро получишь солнечный удар. Вот песчаные дюны. Идем к ним. Это самое жаркое место на Земле. Здесь температурный рекорд плюс 56,7 градуса. Вот здесь можно реально жарить яичницу на песке. Реально горячо идти. Потому что идешь, песок попадает в шлепки и горячо. У меня пальцы уже обожглись. Нет нигде тени. Как вот вы в такой тени отдохнете? Да никак. Тут в тенечке, вот под такими кустами обычно животные лежат. Змеи и так далее. Песчаная буря вот впереди идет. Видите? Вот идет гора. И вон гора. Они не прекращаются, они идут дальше, но их не видно из-за того, что песчаная буря. В общем, еще одна остановка в долине смерти. Это место называется Дьявольское поле для гольфа. Когда пилигримы, которые открыли это место, шли по нему, сами представляете, что идти здесь было очень сложно, во-первых. Во-вторых, соляные кристаллы очень острые и твердые. Они резали одежду, обувь, ноги, все. Такие раны очень долго не заживают, потому что они все в соли. Во-вторых, здесь совершенно негде взять воды. Вот так вот все. Представляете, вам пройти надо по этому, по такому полю, дорожку протоптать. Еще когда на солнце эти соляные кристаллы начинают трескаться, издавая характерный звук, как маленький взрыв. Вот долина смерти. Место называется Bad Water, плохая вода. Это озеро, обычное озеро, просто оно соленое. Оно соленое настолько, что по нему можно ходить. Вон там вот табличка, видите, на скале. Написано Sea Level, уровень моря. Сейчас мы находимся на глубине 86 метров ниже уровня моря. Что, вода под этим? Под нами вода, вот, смотри. Кто-то выкопал, да. Сейчас мы здесь выкопаем рядом ямку где-нибудь. А чем ты копать? Ножиком, руками. Ничего себе. Вау. Охренеть. Давай деньги брать. А глубоко?
Но уже легко копается, видишь? Не, ну а там дальше-то есть что-то? Ну, ну там... сунь руку. Да, сам сунь. Горячая? Не, не. Она холодненькая, хорошая. Сейчас прикольно, да, сейчас, знаешь, через 5 минут у тебя рука такая... Да? Не, да, серьезно. Естественно, коркой покроете. Так, и меня коркой покройте. О, очень соленая. Такая. Все, последняя точка наша на сегодня. Последняя точка в долине смерти. Dante's View. Приехали, Денис, поесть вот такой вот маленький стейк с картофаном и брокколи, гренками и водой. Стоит $12. Вот мы приехали в Лас-Вегас.